И это блюдо из моей любимой серии «Ресторан у нас дома», когда из, по сути, недорогих продуктов за небольшое время и без сложных кулинарных техник и манипуляций получается очень вкусный, полезный и запоминающийся ужин. Или обед, как вам больше нравится. В этом рецепте скумбрия, благодаря маринаду, не имеет специфического привкуса, который многих отталкивает, и великолепно сочетается с нежным картофельным пюре. А объединяет эту чудесную композицию и придает ей пикантную нотку соус-винегрет. Все ингредиенты для этого блюда умещаются на одной разделочной доске. И начинаем мы с рыбы. Нам нужно филе. Скумбрия довольно легко разделывается и отделяется от костей. Лучше всего это получается с наполовину размороженной рыбой. Ну а если вам посчастливится где-то найти качественное готовое филе, то вы сэкономите себе лишние 10 минут. Готовое блюдо не подразумевает выковыривание косточек из рыбы в тарелке, поэтому мы делаем это заранее. Благо скумбрия рыба не костлявая. Ну а теперь маринад. Главным избавителем йодистого привкуса в рыбе является чеснок. Измельчаем его и складываем в ступку. Туда же паприку, пару столовых ложек оливкового масла и немного крупной соли. Хорошенько растираем. Если нет ступки, это можно совершенно спокойно сделать в любой плошке. Наносим маринад примерно по 1 столовой ложке, только на одну сторону, на филе. И немножко маринада оставляем на потом. Оставляем рыбу минимум на 20-30 минут, этого вполне достаточно, и ставим вариться картошку. Параллельно включаем духовку. Когда картошка закипела, подсаливаем ее. Нам нужно, чтобы картофельное пюре и рыба приготовились примерно одновременно, поэтому минут за 10-15 до готовности картошки выкладываем рыбу на пергамент, кожей вверх. Смазываем остатками маринада, подсаливаем крупной солью и отправляем в разогретую духовку на 10-15 минут в зависимости от размера. Рыба запекается, картошка готова, делаем пюре. Для этого блюда нужно очень нежное картофельное пюре. Холодное сливочное масло добавит ему шелковистости. Горячее молоко не даст пюре потемнеть и добавит дополнительной нежности во вкус. Конечно же, вы можете сделать пюре любым другим способом, главное, чтобы оно получилось таким же нежным. Теперь соус-винегрет. Пропорции у нас классические: 3 части оливкового масла, 1 часть белого винного уксуса, немножко дижонской горчицы, соли и перца. Смешиваем до получения однородной эмульсии. Готовить этот соус лучше всего в самый последний момент, жидкость быстро расслаивается. Если это произошло, его нужно просто еще раз взболтать. Добавляем в готовое пюре 2 столовых ложки оливкового масла и 2 столовых ложки соуса. Если хотите максимально нежное пюре, протрите его через сито. Будет вообще как облако. Для получения красивой корочки, примерно за 3-5 минут до готовности рыбы, меняем режим духовки на гриль или просто на верхний тен. И, наконец, для полного соответствия ресторанному классу, немного зеленого лука. Он придаст дополнительные краски не только для глаза, но и для вкуса. И это блюдо не обязательно есть раскаленным. Вкуснее всего оно, когда теплое. Поэтому не нужно носиться, сломя голову по кухне, пытаясь все подгадать секунду в секунду. Рецепт рассчитан на 4 порции. Весь список ингредиентов и ссылка на текстовую версию рецепта, как всегда, в описании под видео. Кстати, эта скумбрия настолько хороша даже в холодном виде, что ее с успехом можно использовать для рыбных сэндвичей. Приятного аппетита и до встречи на канале!